Итак, приехали на шашлыки к родному брату. То есть жена моя, бычара, Ринга, Паша, все здесь, все. Да подожди ты, ёпту, дай вылезти. Все, он нас пригласил, идем. Да я лучше в автомате привез бы вас всех бы. По прицеп посадил бы. Это мой старший брат. Здорово, да, брат. Вот, познакомься. Здрасте, я вас видал. Да. Александра, вот пацаны. Саня тоже. Очень приятно. Прошикай костер. Коля, ты, ой, Олега, ты что, с ума или с дубу? Наш, распустились сегодня после работы даже. Чего? Ветер, ты что? Ладно, потом решим. Ладно, решим. Вот где костер его прошикать? Олега, костер прекращается. Ветер дует, нельзя. Дом вчера сгорел по соседству, вот. Зажигалку, да? Ебануться можно, как делать? Ну я тебе объяснил. Тебе Колька звонил? Сколько ну, звонил? Есть что на дровах. Ну, давай. Короче, ты стоишь с ведром или с лейкой? Ты должен ванну воды набрать, и рядом с костром. Все весь разговор, что долго. Ты что, пистолет одел? А, Коля, небольшой такой. Привет тебе. Наконец-то приехал. Дай попурить. Наконец-то приехал. Да позвонил бы я на КамАЗе, приехал бы, вас привез бы, все бы. Тачку позвонил, это, посадил бы, да перевез бы прям. А баранку-то мое дело, да. Ну и дрова рубить. Из головы 120 рублей. Сеть Тихоокеанская. 72 рубля. Навага свежемороженая. Это только пацаны, это потихоньку, чтобы это сильно. Потому что запасной сейчас везде. Пиздец, еще ветер дует. Акция действует до конца мая. Подробности у продавцов консультантов. Компания «Хакасская стройиндустрия». Залез под него, нахуй мазут, хуяк, протер его бензином или соляркой, нахуй, и дальше ходишь, нахуй. Саша, бери. Сейчас. Бери, кстати, ну. Ну что, давайте хотя бы за знакомство, что ли? Конечно, конечно. Ой. Конечно. Давайте, ребята, давайте. Чтобы вы всегда, чтобы у нас была всегда веселая, энергичная компания. За знакомство. Да, за знакомство. Что мы к вам приплелись? Чтобы фалос стоял, и деньги были. Смаковать что? Я на одном. А у тебя твой фалан-то стоит. Скажи, всегда стоит и стоял, и будет стоять. У тебя как ромашка. Там, не, подвигать не надо. Там, но не вам. Ну это, одному богу. Подстригать можно. А кого там стричь-то? А что ты? Траву на две подстричь сначала. Раз, подстриг. Ну ладно, ребята, давайте. Давайте, да. Дай Бог вам всем крепкого здоровья. Давайте, ага. Как она ее помыла. Я же до этого еще сказал. Надо было прокалить ее. Да они сейчас прилипли. 9 рублей. Светофор. Раз 10. Давай обратим, упал, отжался. Вот так, да? Грудью. Легендарный пакет цифрового телевидения и интернет до 300 мегабит. Служба подключений 215-512. Весна. Сити-центр. Владимир. Молодец, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Желаем счастливого и яркого солнца, крепкого здоровья и счастливых мгновений в сложении. Настя, чувство 25-й кадр. Прикоснитесь руками. А есть опахало? Вот она. Сейчас привезем. Да надо было еще. Оля, хватит. Ну, что заказали, я включу. Посмотри, как у меня есть задухая память. А так-то все чекимони. Вообще на должном уровне. Дай Бог вам крепкого здоровья. Чтобы у вас как штык нож постоянно, пацаны. И чтобы Иришка постоянно улыбалась. А ты мне за американскую улыбку вставь, чтобы улыбаться. А тебе что? Под замес не попал, да? Вот я уйдешь куда посидеть. Кто за шашлыком смотрит, тот не пьет. Вот он не пьет. Смотри за шашлыком. Все выри, пацаны. Как он сейчас с вами умазал? Не надо с нами пить. Пить можно, пить не надо. А вы как можно. Вот. Они нормальные. Они не должны быть. Ну, обжарены, кушать. А теперь на вот этого кушать. Да-да, развери, да, вот так, да, пойдет. Короче, надо мне стопку въебать, потом я буду сжать. Это знак качества светофора, какие-то мангалы продают. Я вам не сказал, что у меня шашлык плохой получился. На вкус и цвет товарища нет. Ну каждый по-своему жарит, правильно? Кому-то так, на всех не угодишь. Ну правильно? Вот смотрите, да? Я вот считаю, что вот эта вот курочка,
она вообще чикимони, охуительная. Она не должна быть сухая, она должна быть сочная. Ну правильно, ребята? Хочу быть белым, давай дожарим. Сама заебись. Хочу быть белым. Давайте. Ну, на мой вкус, она нормальная. Шашлык. Вообще, шашлык умеете жарить? Олег умеет, а ты, блядь, какого хрена не научил? Сырой, ёмон. Так ты иди, он голубый, поймай, даже сразу. Ну вот, Олег, ты Я стерла в напрочь. О, видишь, твой продюсер вышел. Он там сами занимался, он спрашивал у него, как он я хороший. Олег, это нормально? Кого? Да. Виталию адрес, нахуй, ебану. Нормальный пацан. Ты залил? Конечно. Не, я вот, ну, Курбаном. А Курбана с кем? С Мишей, что ли? Да, там, с такими. Когда они все прибрают, Серега. Всем налил, нахуй. Че, глотка лужёная, что ли? Мы с тобой все курим. Казённая, видно. Да еще! Аленочка, давай иди! Ален, пожалуйста! Александр! Да уйди ты! Я тебе отдал! Проглотил он, что ли? Оля, я все пас. Давай. Да эти-то, блядь, кто готовил-то? Друг любезный наш, Паша. С умом, ну и без ума, блядь. Намного вкуснее теперь. Ну чё? Или как? Чё мы вдвоём, что ли? Для меня и тут нормально. Поехали, да, короче. Нахуй тут сырое мясо жрать. Да тебе надо было да просто взять кило. Да вкуса света, товарищи, нет, он говорит, прикинь. Но и сырое надо было просто взять кило, да и сожрать его просто так. Да нет, не нахуй надо было жарить. Не в этом дело. А в чем? Каждый готовит по-своему. Да. Так представьте, здесь народ, что он, здесь сырое будет мясо есть, что ли? Сань, ты иди с той стороны, встань. Не, ну, я вот так. Да, я, блин, брат, вот так.
Че, вот руки убрал. За спину, ребята. На колени встань, на колено встань. Не, почему? И ты на колено встань. Я так и встал. Вот. Да. Ну, давайте, ребята. Отойди в сторонку. Да не напрягайся ты. Стой, стой, стой. Да блядь, какой ну, нахуй, они нет. Вот они, локти все, идут. Все, все, все. Давайте, считай. Так, брат, ты смотришь за младшим братом? Ну, конечно. Я тоже смотрю. Два уже было, три пошло. Три, два, раз. Дави, Колян! Колян, давай! Блядь, Колян! Дави! Колян! Дави! Давай, давай! Колян! Давай, давай, давай! Мухлевщик! Мухлевщик! Как получилось? Нихуя ты! Все. Короче, на. Не, подожди, Коль, не лей. Ой, Олега. Давай, поехали. Руку. Колян. Давай, давай, Коля. Колян. Руку, бля. Бык руку. Во всем уже держится, съехал. Колян. Он руку оторвал, блядь, бичара, нечестно. Коля, резко. Он всем телом дарит, ты что, охуели что ли? Да это не всем телом, да он руку оторвал уже, ёбан. И не раз на руку оторвал. Блять, да бык! Колян, ага. Ну нафиг! Давай, рогами прищем! Колян, давай! Мы за тебя! Ну! Колян! Ну! Дави! Дави! Колян, дави! Бык, не сдавайся! Колян! Бык, давай! Ничья! Сам друг другу! Че, погнали, бойцы? Давайте, парни, мы за ничью. Да. Все? Все. Воу!